Бля, какой он потный, нахуй. Пиздец, он потный. Грубо говоря, убиранием помпы уменьшился рандом. Чем меньше рандома, тем больше игра зависит от скилла. А мне кажется, это одно из самых интересных фишек игры. Когда твои мувы, твои действия зависят только от скилла, а не от рандома. Ты можешь запульнуть, конечно, 200 урона. Но можешь также эти 200 урона получить. Единственный выход сейчас остается, это, смотрите. Замени стенку. Короче, полностью ретейкнуть. И попробовать его тропануть. И, кстати, это получилось весьма успешно. Вот, понимаешь? Полностью без оружия. Я чела трапами просто смог наказать. Это скилл бейзл. Никакого рандома. Ну, рандом только был в том, что у меня две трапы выпало, и все. Эти любимые домашние, да, если такая есть. Хм. Я люблю, когда мама хачапури готовит. Хачапури, наверное. Его... Стоп. Я не могу редачить, но я могу чинить. Бля, что с этой игрой так нахуй не так? Это же моё! Я же эту стенку ставил. А, тут трапа, вот почему, бля, я уже думаю. Хухуя. Там трапа. Я уже понял, что там трапа, чуваки, когда я немножко стенку поломал. Она же не видна, типа. Я уж потом понял. Фу. Я же вместо винтов поставил. Ну игра, камон. Ладно. Давайте просто сейчас реально отъебись, я без калаша поиграю. Я поиграю с снайпой. Не, все, у меня нету скорострелки. Я поиграю так. Пока не найду нормальное что-то. Если найду нормальное что-то, я возьму. Никс Плайт, спасибо за 50 рублей за покрашение комиссии. Здорово, Женя, сколько стоит пиар-канала и почему я не могу писать в чате? Если ты не можешь писать в чате, наверное, у тебя бан. Пиар-канала я не продаю. Только брендом. Я не рекламирую канал. Нормально такой пинком. Может, там автомат будет, а то я сколько падаю, там автомата нет. Ёбаный рот, я вообще не могу на этом кресле почему-то сидеться в последнее время. Почему ты озвучка доната? Ты, по-моему, этот вопрос задавал, и я на этот вопрос и ответил. Если я не ошибаюсь. Интересно, а если я возьму? Да, походу дальтика возьму. Если я возьму синюю эмку, что будет?
смогу так же охрененно все делать? Теперь я вообще буду без чего-то на дальней дистанции. Пока не найду что-то классное. Там сундук есть? Нет, нет. Извини, не услышал. Я сам озвучу донат. Смысла нету. Роман, спасибо за 20 рублей. Почему вы летающие платформы Андрюха называете? Ну, дрон. Дрон Андрюха. Вот почему. Ладно, пока я этим скейтом залечу. Уже следующая катка начнется. Трэп. Можно хотя бы палку? Это... Нормально лутаем, чисто место для хила. Там хилка, тут хилка. Все в хилках. Ну, дамаж, конечно, тоже если... Я отвечаю, это какое-то место сейчас. Чисто для одних хилок. Че еще хилка? Понял. Так, из этого сундука тоже хилка должна выпасть какая-то. Нет. Дамажащая граната. Тут хилка. Птичка. Блин, сейчас бы буги-вуги сюда. Еще хилка. Понял. Молодой, спасибо за 20 рублей. Приезжение у тебя такое зрение сражения. Оно приобретенное. Поэтому это пиздато. Что оно приобретенное. Просто чел, спасибо, братан, за 70 рублей и за погашение комиссии огромное. Спасибо. Thank you so much. Майнкрафт, спасибо за 20 рублей. Джонни, для Алдов ты всегда останешься майнкрафтером, с ложкой общаешься? Братан, я не хочу на твой донат отвечать, сори, но спасибо за 20 рублей. Просто у тебя нереально глупый донат. Но на вопрос отвечу, да. Я с Ромой общаюсь. Но вот то, что ты другой написал, это вообще херня. Это лютая хуйтень. О. Fuck you! Воу. Я тоже Барри призажу. Мы с тобой как крутые парни. Только не говори, что у тебя трапа. Амен. Здорово. Нихуя тропанул. Бля, чуваки, что-то парень опасный какой-то. Я пошутил, что он опасный. Он очень опасный был до тех пор, пока не упал. Джек, спасибо за 20 рублей. Привет, Джонни, давай топ-1 займешь, Донни 50 рублей. Охуенно. Я буду сейчас подеть, братан, ради твоих 50 рублей в арене. Спасибо, это очень приятно, но... Anyway, спасибо за донат. Ай, блядь, ты чё, гонишь? Подожди. Блядь, ну...
Давайте как-нибудь в следующей жизни, окей? Конечно! Ну, короче, файт с тремя челами, чуваки. Держу в курсе. Я не понимаю, где он. Хорошо. Я заберу палку и пойду дальше. Уебище. Опять нахуй меня просто ебашат все. Блять, это его. Блять, ну объясните, почему именно я? Я хочу этого чела отъебашить, который подо мной. Я у него заберу эту хуйню, отвечаю. Ладно, похуй, я врываюсь. Чё? Нормально подбирал? Короче, меня отсюда не выпустят. Блять. Я нажалась еще. Прекрасно, вы сами шаблон этот видели, проклятый. Да опять я нажал! Что происходит? Почему у меня кнопки не нажимаются? Чё? Пф, я три раза нажал. Если не меньше. Пиздец. Клоунада. Ебать. Соселил? Ну как соселил? А ну похуй, по мне сейчас еще один снайпер будет. Ебашит. Он мне даст прыгнуть? Спасибо. Он мне дал это сделать. Я, кстати, сейчас по звуку Сторма понял, что он заканчивается. Короче, мне для Вики это надо. Так, уже не хочу. Хм.
Я не знаю, викеть. О! Бля, как он потный, нахуй. Пиздец, он потный. Бля, еще один чел. Еще одного чела пережить и поинты получу. Ты что, гонишь? А где ты все время это... Я что-то не понял, где чел, который по мне ебашил. А, это вот это, да? А, ну да. Просто забрали его у меня. А, угу. В школе расскажете. О! Я его потерял. Shit, man. Was good. Народ, спасибо за 100 рублей огромное. Я не понял, что это классно. Удачи стрима. Спасибо огромное. Саня, спасибо за 20 рублей. Виктор, спасибо за 20 рублей. Спасибо огромное. Блять, что? Мы вдвоем, что ли, одновременно с челом захуярили его? Или что? Я что-то вот этого момента не понял. Блять, я вот этих чел... О! Короче, по ресам отмена. Не трогай Дэми, сука! Ладно. Тихо. Бля... О, кстати, я мог зацепиться, но это уже как-нибудь в следующей серии. Мне повезло зоны. Реник, спасибо за 20 рублей за погашение комиссии. Можешь вкратце рассказать о режиме арены, нахрен она вообще нужна? Поинты фармить, играть в World Cup на турниры. Более потные чуваки, ты типа тренируешься играть с ними. Режим вампиризма. Быстрая добыча ресов. Вот меня одно интересует. Почему, блять? Нет, no trap. Ага, спасибо. Сто десять. Мне срочно килл нужен. О, чел на хг. Да
гоните все, у всех хрифты что ли сегодня? Может, в этого ХГ заберем, чуваки? Никто не хочет? Пиляется. Еще трапу, костер. Нихуя себе. Блять, мало реса взял. Ладно. Еще одного убил, что ли? Ох, 50 теперь ресов. Бля, чуваки, ну у меня ресов минимум. О. Пошел. Раз, два, три. А, там же новый рез.